распаковочка. Он взял такую коробку с содержимым за соточку. Сейчас будем доставать, что же мне там досталось. Оп, первое что, видюшка, вот ПТГП разъем, не знаю, рабочий или нет, Манли, когда, 2000 года, октябрь 2000-го. 4 аж мегабайта. О, это само, у меня есть S3 под PCI, теперь есть S3 под AGP. Кабель. Вот, ну это как, это кабель для принтера. Еще и упакованный. Вот. Вот такой квадратный разъем на обычный. Еще кабель, опять же для принтера. Так, это что, патчкорд, судя по всему. Тут что у нас, патчкорд? Ну да, патчкорд. Переходничок. Запакованный S-видео. Вот это, кажется, S-видео. На вот такое. На тюльпан. Вот. Вот сама эта провода типа тюльпан. На вот такой какой-то квадратненький. Вот это к видеокамере, может, какой-то. Вот тут маленький такой. Два саташника и питальник. Ну, вот упакованная тоже. Так, еще какой-то кабель. Видимо, Firewire, судя по вот этому. Большой на маленький. Вот такой он. Так, ну это такое. Шлейфики, что это для флопика. Тоже не, не особо-то актуально. Для флопика два шлейфика. Это, видимо, комплектуха шла к этой материнке. Шлейфики. Так, что тут? Вот, переходничок с DVI на VGA. Вот, уже вещь хорошая, годная. Какая-то заглушка. Какой-то мануал, видимо, к жесткому диску. Тут что? Какой-то тоже мануал. И болтики. Ну, болтики пригодятся всегда. О, вот это тоже штука классная. USB косичка на заднюю панель. Вот, тоже упакованная, новая. Вот, при сборке компа может must have пригодится. Ну, тут заглушки. Так, три диска. Вот одно на видюху. Но видюхи нет. Так, и два на, и такой, это комплектные к материнке. Вот, все. Больше ничего. Вот такое. Добро. Вот, а если пригодится, если начать прикидывать по цене, то это выйдет. Далеко за сотку. Вот одно вот это, наверное, 40 стоит. Один кабель вот этот 35-40. В общем, тут ой-ой-ой.
лутанул, можно сказать, проводочки все эти. Вот, все это где-нибудь дозгодится. Вообще упакованный, хоть пери-то выставляй просто в объявлении, видюшечка. Вот такая рубец. Вот, в добротной коробочке с-под материнки.